Когда покажется тебе твоя судьба невыносимо сложной и суровой, ты не спеши роптать, что жизнь плоха. Смирись душой пред волей Бога. Мы, люди, очень часто таковы. Нам хочется здоровья, счастья, мира. А если Бог нам посылает скорби дни, мы сразу же теряем свои силы. Нам хочется, чтобы было хорошо, но почему мы так не замечаем, как много есть живущих тяжело, годами целыми, которых мы не знаем. Как много есть прикованных к постели тяжелым недугом на многие года, а мы лишь на недельку заболели, и то уж ропщем иногда. Когда ты видишь, что идет калека, что вынужден ходить на костылях, ты не забудь прославить Бога, что ходишь ты всю жизнь на двух ногах. Вот палочкой стучит слепой прохожий, не видя в своей жизни ничего. Не знает он ни цвета неба, солнца, не видел он и матери лицо. А ты как думаешь, за что такая доля? Ведь он не хуже, не грешнее всех. Мой друг, чтоб за глаза свои ты славил, для всех, кто видит, он живой пример. Ты славишь ли Творца, что можешь слышать? Ты славишь ли Творца за то, что можешь ты слышать голоса или говорить? За то, что дан тебе и слух, и голос? А вспомни, сколько из глухонемых. Для них ничто, прекраснейшие звуки, их жизнь течет в безмолвной тишине. А мы имеем все, но пред Иисусом, наверное, редко благодарны шлем в мольбе. На свете и безумных очень много. О, как безмерная жизнь их тяжела! Ты славишь ли Творца, что от порока хранит твой разум Божия рука? Мы с легкостью от Бога принимаем Его охрану, милости, плоды. И часто там Его не прославляем, где ждет от нас Он истинной мольбы. Запомни это, помни эти взоры неоживляющихся глаз слепых. Запомни несмываемое горе на лицах всех увенчанных, больных. В житейских трудностях, заботах, огорчениях ты не ропщи и не кляни судьбу. Те люди свою жизнь без помедления охотно бы сменили на твою. И если у тебя есть тоже трудность, и если ты всю жизнь несешь свой крест, отчаиваться все-таки не нужно, а нужно славить Бога за то, что есть. Бог иногда дает нам скорби, чтоб нас проверить, чтоб смирить сердца. Через них Он часто душу нам спасает, чтоб не надеялись мы только на себя. Он нам сказал, что были мы довольны в любых превратностях своей судьбы. И это слово мы охотно, добровольно должны исполнить на земле. Аминь.